Как у американских ветеранов порой бывают вьетнамские флешбеки, так и мне иногда снится, как я вылетаю с передачи «Открытый микрофон». Не обижайтесь, это самое, вот два самых не, ну, плохих выступления, что я видел, вот сидя в жюри на этом этапе. Прикинь, ты в своей жизни ты скажешь. В окончательный монтаж передачи не попало то, как Руслан Белый спросил меня: «У тебя что, не было другого материала?» Штука в том, что был. Накануне съемок я показал Белому два монолога, и он выбрал тот, который про Инстаграм. Хотя второй монолог мне нравился больше, и на всех вечеринках он заходил гораздо сильнее. Я не говорю, что со вторым монологом я бы всех разорвал и сейчас бы собирал Крокус Сити Холл, но уже тогда, стоя на сцене, я подумал, что все это устроено как-то неправильно, и лучше записать свой спешл и выложить его у себя на канале. Сложность состоит в том, что телевизионный стендап уже более-менее развит, и есть и комики, и редакторы, и даже режиссеры с опытом производства большого стендап-концерта. А на Ютубе посоветоваться почти не с кем, и поэтому я решил поехать в Питер и поговорить с единственным человеком, у которого получилось. А, да, прошу прощения за звук, у меня прямо во время съемки сломалась петля, но вы же все равно пришли смотреть не на меня. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на фонтанке и дождь на Неве. Как долго ты занимаешься стендапом? Слушай, именно так, что прям, ну, промышленно, наверное, года с 2013-12. До этого просто учился, ездил на опен-майки и пытался писать шутки так в стол пару лет. Типа, не так, чтобы... Я не знаю, у меня нет тут отсечки, типа, я вот держу в голове, что вот с того-то года я точно начал. Если сейчас пошерстить, наверное, аватарки мои с постерами, наверное, можно отрыть самое первое мое тестовое выступление в Москве, маленькое, в пивной. Было, наверное, в 2012-м что-то такое, может быть, даже раньше. Вот. Это именно когда я решился, что, ну, наверное, да, есть материал, можно попробовать выступить. И то я выступал не один, я подпряг коллегу своего, Мишу Кшиштовского, чтобы он тоже мне подсобил, потому что он охренительно смешной и очень харизматичный. У него прям естественно получается быть смешным и клевым, вот, но он стесняется. Через какое время ты примерно почувствовал, что готов записать и выложить на YouTube свой целый концерт? Блин, ну вот у меня все было по нарастающей, то есть у меня не было такого, что вот, готов спешл. А я почувствовал, что есть материал смешного, который заходит на минут там типа на 40. Дописал туда еще, ну, какого-то материала, который я такой, ну, наверное, он зайдет. Хуй с ним, не буду его обкатывать. И... У меня первая запись со стендапа, я ее посмотрел, такой, ну да, очень много воды, и выложил оттуда, ну, наверное, минут 5, вот. Но это был первый концерт, но я оттуда решился выкладывать совсем мало, вот. Потом чуть больше вошло, еще чуть больше и так далее, вот. То есть я набирал материал, я выступал с ним, и в какой-то момент получилось так, что, ну да, можно выкладывать весь концерт, весь сольник. Ну, то есть... Именно полноценная часовая программа у меня первая была, без мата, кажется. Вот. И она хрен знает, в каком году была. Я честно, очень слаб на ум и на память, у меня плохо с датами. Ну, короче, без мата это вот мое первое выступление часовое было. И оно, ебать, какое слабое. И я прям пересматриваю такой, уф. Но это и хорошо. Ты какую цель преследовал, когда выкладывал именно видеозапись концерта? То есть либо закрыть какой-то гештальт, сделать как крутые пацаны с HBO, или вот уже получить больше платных выступлений? Мне на самом деле насрать на платные выступления. Типа с деньгами у меня проблем нет. Это скорее самовыражение. Ну типа мне нравится стендап. Я чувствую себя комфортно в этом жанре. И мне хочется себя в нем развивать. И... Выкладывая это на YouTube, я, наверное, ну, во-первых, заявлял о том, что вот, смотрите, ребят, есть успехи, есть прогресс. Во-вторых, ну, наверное, хотелось заявить, да, ребят, я вот этим занимаюсь. Вот. И плюс, в-третьих, мне очень многие писали там, вот, не смог приехать в Москву на выступление, блин, очень хотелось бы посмотреть, ну и как бы... Вот, пожалуйста, вот часть того, что есть на выступлении. А потом это как бы, ну, вошло уже в обычное, как бы, такое, знаешь, стандартное, слова все повылетали из головы. Ну, короче, в стандартную схему, когда я езжу по 30 городам,
проходит какое-то время, я собираю, ну, в каком-то городе я снимаю спешл, проходит время, я собираю его, монтирую, там, типа, делаю клево, подснимаю какие-то вещи и выкладываю уже на общее обозрение, чтобы как раз люди, которые, не, ну, из других городов или стран не смогли посетить, вот, они могли позырить бесплатно это. Но с большим промежутком времени, потому что, ну, во-первых, чтобы был стимул прийти посмотреть, ну, и, ну, да, наверное, это основная херня. То есть, ну, финансовая составляющая для тебя вообще не имеет значения? Ну, как бы она, знаешь, это при... вот сейчас это классный бонус, приятный. То есть с прошлого моего тура, в котором охуительное количество выступлений было, по-моему, 31, что-то такое, 32 раза я выступал. И это причем надо было ложить, ну, очень плотно. То есть бывали дни, когда я прям больше недели выступал каждый день без перерыва. И перерывы, ну, как бы вечер один город, следующий день другой город. И мы ездили на фургоне между ними. С вырученного бабла с первого тура, ну, я нормально, я его прям положил в полочку, и часть, где-то больше половины я вложил в технику, там, в съемку новых роликов, а остальное у меня осталось лежать, чтобы я не рекламировал БК Леон, знаешь, типа. Ну, и то есть, я недавно рассказывал в одном из своих видосов, что у блогеров есть иногда такая херня, когда нет денег, но есть херовый заказчик, и ты такой... И тебе приходится его рекламировать, потому что надо на что-то жрать, там, квартиру снимать и так далее. Вот, у меня была вот эта подушка, которая позволяла мне заниматься творчеством и не рекламировать то, что я не хочу. Просто у меня нет такого года. Все будет. Денис Чужой. Вы еще услышите это имя. Как где-нибудь в Саратове, например, когда... В сводках. Да. В полицейских? Сейчас ты как обкатываешь материал? Ты его пишешь и уже с готовой программой выходишь на публику, либо ты какими-то мелкими кусками? Я мелкими кусками. У меня, знаешь, как бывает, я как бы не скептически относились сейчас к моему высказыванию комики, которые регулярно выступают на опен-майках, у меня сложилось... Я теперь чуть больше понимаю, что зайдет, что не зайдет. Естественно, 50% материала остается, который эксперимент, больше 50%. И есть вещи, которые я такой, ладно, рискну, а есть вещи, которые я такой, блядь, в этом я вообще не уверен, не знаю, как будет. И вот это вообще не уверен, я прям вот с самым отборным говном иду на опен-майки. И это происходит, ну, типа, раз в две недели где-то, вот, мне чаще банально не получается. Вот, и, ну, вот сейчас началось, потому что я новую программу готовлю. И я просто периодически на разных опен-майках появляюсь совсем с отвратительной хуёвиной. Но и некоторые из этих вещей срабатывают, я такой, окей. А некоторые просто докручиваю, выхожу заново, и они работают. Я такой, окей, значит, её в таком виде надо подавать. Я ставлю GoPro-ху, снимаю себя, чтобы потом пересматривать. У меня, знаешь, всегда такая херня была, я когда смотрел выступления русских блогеров, русских комиков, у меня всегда есть ощущение, типа, я слушаю шутку, я такой, блядь, ну вот это можно было бы вот так докрутить, типа, вот здесь вот это бы сказать было бы лучше. И касательно моего материала, когда я его пишу на тексте, у меня такого нет. Но когда я себя смотрю на видео, у меня даже в спешле в моем, я когда пересматриваю его, я такой, блядь, почему вот здесь нельзя было вот это слово вместо этого вставить, это бы гораздо лучше играло, и вот здесь отыграть. Вот, и я с этой целью ставлю GoPro-ху, снимаю себя, и потом пересматриваю, как я вообще отстрелялся, как зал заходил и так далее, вот. И анализирую, переписываю и думаю, либо нахуй вообще убрать какой-то материал, типа, если сама идея не работает, либо просто его перефразировать и докрутить, вот. А ты в Питере анонсируешь свои выступления? Нет. Ты ходишь инкогнито, да? Я даже под фейковыми именами выступаю, типа, я прям... Это делается не потому, что... типа... Ну, как бы, не анонсирую я, естественно, чтобы не приводить моих зрителей, которые потом эту программу увидят на выступлении отдельно, а псевдонимы, потому что иногда люди, ну, типа, не знаю, к сожалению, я сейчас даже не кривлю душой, типа, Данила Поперечный на стендап-микрофонах, на открытых микрофонах, это... Ну, люди знают, что есть такой чел. И те, кто даже не знают, как я выгляжу, когда говорят, встречают, типа, на сцене Данила Поперечный, начинают автоматом снимать. Типа, ой, ну это Поперечный. И выкладывают в сеть, потому что, ну, они слышали, что Поперечный, типа, где-то известный в сети. Я это пиздец не люблю. Чаще всего, получается, не съемку выкладывают, а, короче, в Твиттер пишут мои шутки. Типа, о, Поперечный был на опен-майке, шутил вот это, вот это. Потому что, ну, это хуй как отследишь, это же не, ну, нельзя сказать, эй, не пиши в Твиттер.
Вот. Поэтому я выступаю под фейковыми именами в бейсболках, там, знаешь, типа пытаюсь как-то ныкаться, чтобы не палить, но все равно уже не получается. Типа, ну, некоторые люди узнают. И мне не нравится это, потому что мне хочется прям чистый срез. Раньше это было легче, когда ты приходишь, тебя нихуя никто не знает, и вот если на них срабатывает, значит заебись. Нет никакого ожидания от тебя, никто не понимает, как ты будешь шутить, о чем. Нет никакого, знаешь, как сказать... Ну, типа, претензий нету в моем появлении на сцене, вот, когда тебя никто не знает. И это как раз самый чистый эксперимент получается. А, то есть, ну, главная мотивация — это, типа, не спойлерить свой материал? Ну, да, мне не нравится, потому что мне нравится удивлять. И не прикольно, когда твой зритель приходит, посмотрел на опенмайке, и потом это на сцене по-другому или так же рассказывается. Они такие: я знаю, в чем смысл. Вот. Я еще до усраки боюсь, что будут ходить какие-нибудь чуваки на опенмайке, записывать, запоминать и потом выкрикивать мои панчлайны, типа, до того, как я их расскажу. Типа, это самое, блядь, страшное, что может быть. Вот. Да, нет у тебя страха, что твои фанаты, зрители, не знаю, как ты их называешь, они слишком тебя любят, и ты будешь получать и на концертах, и на опенмайках не объективную реакцию. Но... она будет гораздо лучше, чем того же фильма. Я понимаю, и поэтому я как раз на опенмайках хожу, катаю вещи, потому что там большинство людей меня не знают, и если им охуенно смешно, то мне насрать, что моему зрителю будет ебать еще смешнее, но это и хорошо. Вот, это работает, видно, и на незнакомых людях, вот, поэтому пофигу. Плюс мне, знаешь, типа, часто в пику выставляют то, что вот, у него там материал неплотный, вот этот кусок он там рассказывает какой-то, прям вода, а у меня... не всегда, там, типа, не стопроцентная цель пиздец рассмешить. У меня это прежде всего мое выступление, и я могу себе позволить, так как, да, у меня есть вот этот пласт людей, которые просто любят меня, и им интересно, что я думаю, у меня есть возможность им просто какие-то мысли задвинуть, не обязательно оборачивая их в какую-то хихоньку, потому что у меня иногда бывает ощущение, что если я вот эту штуку, которую я им просто хочу донести перед тем, как я начну дальше шутить, оберну в шутку, а вся серьезность этой хуйни уплывает, знаешь, ты типа как будто бы завернул серьезную мысль в джоук, и все такие: а, ну это он шутил, и не воспринимают серьезно. Поэтому тут у меня идет реально, ну, 70 шуток, и, ну, хорошо, там, 60 на 40, вот, 60 именно какой-то хахоньки и сорокет такой, вот то, что комики называют вода, я это называю раскрытием себя на сцене, вот. Я могу себе такое позволить. Ты вот говорил, что твой последний спешл ты записывал в Владивостоке, да, если не ошибаюсь, и там далеко не все зрители знали, кто ты такой. Да. Примерно сколько, какое соотношение было тех, кто тебя знал, и... людей. Там они, знаешь, что, типа, я имел в виду скорее, что они не знакомы с моими выступлениями были вживую. То есть в Москве у меня просто разъебное было выступление. В Москве, в Питере, в Киеве. Люди привыкли к тому, как я выступаю, что происходит там на сцене и так далее. Вот. А очень многое из того, что там происходило, не попадало в спешл по понятным причинам. А я еще не хочу в тюрьму. Вот такая первая, первостепенная. Вот. А во Владике народ был чуть-чуть не готов. Они знали меня, но, типа, было очень много, знаешь, людей, которые такие: о, ну я слышал «Поперечный», пойду посмотрю. И они в ахуе были местами, то есть прям совсем были жесткие какие-то вещи. И они, ну, видно было, что народ такой, типа, им реакция есть, но они не понимают, как именно реагировать. Вот. Во Владике я решил записать по двум причинам. Во-первых, это был эксперимент охуенный как раз. Я вообще не знал, что там будет. Типа, как получится, что за зритель и так далее. Какая специфика, знаешь, людей. У них же в каждом же городе своя специфика у зрителя, потому что контекст их жизни, он другой. И какие-то вещи, которые в Москве на ура заходят, в регионах они не очень знакомы. Ну, то есть они понимают о чем-то, но их это не цепляет так сильно. Вот. А во-вторых, потому что у меня на записи спешла в Москве запоролся одна камера, и я такой: блядь. Ну так, да, ну так нельзя, типа, да, у меня очень бомбануло, я такой: такое нельзя выкладывать, типа, что, придется перезаписывать. Но и справедливости ради, визуально зал во Владике лучше выглядел на видео. У меня, я в Москве выступал в Вегасе. Это пиздец, охуительный зал, балкон забитый, весь зал такой ареной, очень крутой. Два экрана в лайв транслируют рожу мою крупно для тех, кто далеко сидит.
А на записи я как будто за гаражами выступаю, знаешь, черный фон, типа, и вот иногда видно зрителей, которые сидят, я такой, блядь, ну и зачем мы арендовали эту хуйню, типа, это же так не сработало вообще, как должно было. Ты в паблике All Stand Up, дружественном, но... Mm-hmm. Часто донатишь на переводы концертов, там, в том числе Луиси Кея последнего ты переводил. Чтоб шутки пиздить. Какая твоя мотивация? Ты хочешь просто максимально быстро смотреть концерты, либо там... Я знаю английский. Я сначала смотрю, ну, в частях, и я вижу, что очень медленно идет, типа, сбор. И я такой, ну, раньше, как бы первый раз, как это было, я увидел, что медленно идет сбор, и чуваки хотят уже переводить, там, по-моему, Бёрном или еще что-то было. И у них никак не доберется вот эти, блядь, жалкие два куска каких-то. И я такой, да давайте я закину, чуваки. Вот, первый раз так было. А потом я видел, что, ну, намечаются релизы там какие-то прикольные. И я у них спрашивал, там, типа Ионову там или Андрею пишу, хочешь я закину на сабы, мне вообще поебать, просто плашку мою вставить, что я задонатил и все. Он такой, да, давай. Иногда они мне запрещают, говорят, нет, блядь, пусть они донатят, суки, они заебали, пусть скидывают деньги, не дразни их. Вот. А последнее, на что я вкинул бабла, это, по-моему, Крис Делия был, вот. Я его посмотрел сразу же, у меня нету, знаешь, такого, что, ой, хочу посмотреть с сабами. Есть ребята, которые переведут. Я просто... Ну, это, наверное, да. Есть, вот, и, наверное, ну, альтруизм, с одной стороны, просто, чтобы люди могли позырить. И часть меня маленькая, очень маленькая, на это можно забить хуй. Но я понимаю, что это есть. Знаешь, типа, выслужиться. Типа, смотрите, вот я вам... Я дарю вам сабы, типа. То есть ты перед более, так сказать, ортодоксальными фанатами? Ну, типа, да, наверное, я просто пытаюсь себе ковыряться, потому что я понимаю, что это не может исключительно двигаться, ну, типа, я не могу быть движим только тем, чтобы всем дать посмотреть, потому что я богач, типа, у меня есть там возможность сабы оплатить. Вот, я ищу вот эту заковырку, наверное, вот часть меня, да, наверное, хочет сказать, эй, чуваки, смотрите, я забочусь о вас. Мне не насрать на то, что... чтобы вы смотрели западную комедию клевую. Тебя не коробит, что вот я состою в чатах московских комиков, и, ну, ты знаешь, ты представляешь себе, что там творится, когда... Да я же вживую видел, типа, эту реакцию, и смотрел им в глаза, у меня же была херня перед тем, как я поехал в тур очередной. Я на большом... Ой, сейчас... Инди-комики. Вот там был пиздец Бугурт. Там прямо, когда заанонсировали, что я в жюри, там прям просто, там они даже не в чатиках, они просто в комментариях такое строчили, именно участники, типа, блядь, это позор фестиваля, вы что делаете? Знаешь, как будто я Максим Доша, я сидел такой, уф. И у меня аж Светлов начал писать, типа, слушай, ну, хочешь, типа, мы тебя снимем, типа, с жюри, и вообще, типа, не, ну, хочешь, абстрагируемся от этой истории, забудем, как страшный сон. Я такой, не-не-не, я хочу приехать, и я хочу 5 минут с ними. Я, блядь, очень хочу. Вот. И мне прикольно, не знаю. И что ты думаешь, вот на, типа, обвинение, что, там, условно говоря, твой стендап — это не стендап, концерт в чистом виде, а скорее встреча с подписчиками? Ну, это, именно касательно этого заявления, это полная хуйня. Знаешь, это то же самое, что сказать, что, ой, блядь, на Руслана Белого приходят его зрители. Только которые его по ТНТ смотрят, и, ну, блядь, да. Ну, как бы, они подписаны-то почему? Потому что им нравится, что я делаю. А на Луиси Кея почему приходят? Потому что люди знают, что он делает, и любят это, и следят за этим. Это же то же самое. Когда тут уже вопрос идет, знаешь, о позиционировании, очень многие блогеры действительно испортили понятие стендап-блогера. Есть личности, которые прям очень сильно плохо это сделали и дали вот такой ебаный оттенок на все остальное. И комики, которые каждый день этим занимаются, у них уже все это через призму скепсиса воспринимается. Вот. Ну, короче, суть в том, что даже вот, даже хрен с ним, даже Ларин, вот, не, ладно, давай не будем про Ларина. Короче, я тебе скажу то же самое, что я тебе сейчас сказал, пока мы камеру меняли, что вот по факту, если абстрагироваться там от меня и от моего материала, если бы был человек, который делает прям очень ебаный стендап, сильно-сильно плохой, и он забивает большой зал, да кому какое нахуй дело? Типа, чё все агрятся-то? Поэтому, то есть, заявление о том, что портит культуру, это чушь ебучая, потому что каждый человек понимает, что будь там Ларин, Баженов или кто-то еще, как ты ни назови, там стендап или, я не знаю, постановка, человек не шкварит жанр, потому что люди прекрасно понимают, что это конкретно он, конкретно вот такой материал выдает.
И это вообще не должно особо никого ебать в таких масштабах, что прям, ой, блядь, как плохо, сука, блядь, что он делает? Ну, то типа, ну, если тебе не нравится, держи в голове, что он делает говно, и забей болт, вот, как бы. Поэтому я держу, ну, в голове фактор того, что, естественно, процент какой-то зависти есть. Причем не в такой зависти, типа, ой, он добился, а я нет, а в том, что, ну, типа, чуваки, ну, адекватный такой, знаешь, то, что чуваки впахивают, и они себе не могут позволить такой зал. А здесь блогер, который стал популярен не благодаря стендапу, говорит, у меня стендап, и у него полный зал. И это, естественно, раздражает, я прекрасно понимаю. Вот, ну, камон, какая нахуй разница? Перейдем к этим комикам. Ты участвовал в фестивале стендапа на ТНТ в свое время? Один раз я пришел туда, да. Да, в самом первом фестивале. Да. Не особо удачно. И у тебя изменилось как-то отношение к ТНТ-шному стендапу сейчас? Слушай, да я тогда-то пришел не для того, чтобы на ТНТ попасть. Я как раз, это был период, когда я начал набираться опыта, и мне было интересно посмотреть, какие вообще в России есть комики. А где, как, ну, на русских комиков посмотреть, как не на отборке ТНТ, потому что у нас все туда как мухи на говно слетаются, типа, о! Вот. Мне было любопытно, я как раз специально записался самым последним, чтобы именно посмотреть. Я двое суток сидел, типа, с жратвой в зале, бананы ел и смотрел, как люди шутят, как-то, типа, какой уровень вообще у нас сейчас. Вот. А сам я выступил так, чисто для галочки, хотел выступить, типа, ну, я, блядь, свою... лучший кусок на тот момент, который у меня был, расскажу. И меня так въебало, я прям... Знаешь, самое абсурдное выступление, которое... Оно мне снится до сих пор. Это так плохо было, что я иногда такой... Ой, блядь, знаешь, когда ты перед сном не можешь заснуть и вспоминаешь всякую хуйню. Это топ-5 того, что я вспоминаю. Наверное, второе место. Вот я, блядь, прям... Аж больно, блядь, от этого. У меня очень поменялось отношение к русскому стендапу на ТНТ, потому что... Я больше, ну как бы, сама передача стендап клевая, но материал начал прям такой быть, знаешь, вот телек их ломает. Видно, что он прям их формирует, блядь, заставляет говорить то, что им не очень хочется. И мне, честно, очень не нравится, что делает Руслан Белый. При всем уважении к его там, блядь, заслугам, он нормальный чел, я уверен, но именно... Я уверен, что он не особо, блядь, шарит в стендапе по многим причинам, потому что частенько видел от него фразочки там. Я видел, когда Егор Кукса выступал в Comedy Battle в образе, блядь, рыцаря. Он просто не очень, типа, разъебно выступил. И сидел Руслан Белый и такой, блядь, комедия в персонаже, это нахуй, кто это, блядь, это никогда не работало. И ты сидишь и думаешь, блядь, да, а как тебе Кауфман, чувак, типа, ты... Ну, то есть, чел не знает основ каких-то, знаешь, там, таких элементарных. Я помню моменты, когда он обсирал стендап с инструментами музыкальными. Он говорил, что это полная хуйня, это не стендапер. Потом появляется Боб Бёрнам, он такой, блядь, и появляется чел с фортепиано в передаче стендап. Блядь, как его зовут? Абрамов, да. И тут он вдруг поменял свои. Ну, то есть, типа... Вот такие мелочи, знаешь, и формируется ощущение того, что чувак, ну, во-первых, КВНщик, возвращенный убойной лигой и сильно-сильно в сфере закупоренной вот ТНТшной, знаешь, то есть он прям вот варится в телике, и это его очень ограничивает круг. Он, да, он там, знаешь, видно, что он любит Карлина и Билла Бёра какого-нибудь, но это вот его узкая херня. И он является сейчас, типа, ну, как бы он же их лидер, типа. Мне не нравится, что он делает, поэтому это, ну, накладывает какой-то отпечаток. Плюс я вижу, что с юмористическими передачами делает ТНТ на примере Comedy Club, когда в миниатюрах почему-то Путин всегда красавчик, а Трамп долбоеб, знаешь. И это вызывает отторжение, и я боюсь, что... Ну, и вижу предпосылки того, что и в стендапе эта хуйня может происходить, вот. А если Руслан Белый, как креативный продюсер стендапа, тебя позовет, скажет, условно говоря, записать без особого его контроля с его стороны там 8 монологов для следующего сезона? Это надо думать, потому что меня, по-моему, звали пару раз, когда уже получше началось. Типа, знаешь, вот рубрика «Открытый микрофон», кажется, мне писали, не хочу сейчас врать, но, по-моему, было дело. Я не уверен, потому что у меня главное... Приколюха того, почему я этим заниматься начал в интернете, чтобы не быть, это тот чувак со стендапа на ТНТ. Хочется отдельную самостоятельную историю. И я боюсь, что когда я приду на стендап на ТНТ, если я приду, если меня позовут, хотя вряд ли, конечно же, потому что я очень
неформатный чел. Типа я много матерюсь, и у меня материал такой, прям его надо будет сильно править. Мне кажется, что, во-первых, и зритель... Ну, может быть, зритель зайдет. Я больше, да, не хочу, чтобы зритель телевизионный считал меня чуваком со стендапа на ТНТ. Вот, мне прям не нравится это... Мне нравится быть одним из этих чуваков. То есть хочется более самостоятельной истории. В этом нет ничего плохого, это мой какой-то таракан тупорылый. Вот. Скорее нет, чем да, но я не отрицаю возможность, что, может быть, получится договориться. Но, скорее всего, этого не будет никогда. Вот. В общем, эмоционально получилось грустно, но я услышал именно то, что хотел услышать. Спасибо тебе, что приехал в эту жопу. Да не за что. Экран классного тебе 4-го, 5-го и туда дальше спешлов. Спасибо, спасибо. Спасибо тебе большое. I'm a big fan. Блять, взаимно, чувак. Шоу, где ты хуесосишь долбоебов из одноклассников, это очень смешно. Мы сняли? Да. И это тоже. Класс народа.